Они выяснили, где меня держат с помощью спутника-шпиона. Одного из этих 09-х. Этот малыш выплевывает капсулу с пленкой, подлетает Си-130 и подбирает ее на высоте 9 километров. Пленку надо было обработать, проанализировать и доставить. Все вручную. Это был долбанный геморрой. Жона Савимби. Думаешь, я совсем сдурел? Мейсон! Савимби, помоги! Вот зараза! Прикончил. Иногда спасать поздно. Нам надо идти, чтобы не последовать за ним. Миномет на огонь означает, что МПЛА готовится к атаке. Если им нужен бой, они его получат! Вперед! Мейсон, как слышно? Эффектно. Я в воздухе к северу от вас. Силы МПЛА направляются к вашей позиции. Знаем, Савимби ведет контратаку. Мужик с яйцами, это уж точно. Что с Вудсом? Нам известно его местоположение? Его постоянно перебрасывают с места на место. Люди Савимби скоро должны выйти на связь. Минометы остановились! Остались танки.
Сдача! Смерть МПЛО! МПЛА еще не повержена! Идти спасать слишком рискованно, друзья! Где он? Его держит в плену контрабандист из Никарагуа! Очень опасный человек! Где? Примерно в 2 милях! К северу, на борту баржи, на реке Хубанго! Возможно, он уже мертв! Пошли, Хадзе! Без вести во Вьетнаме. Но твой старик думал, что я погиб. После всего, что с ним сотворил Кравченко, все эти цифры, и Резнов ему крышу снес. Да он не отличал действительность от глюков. Да и кто бы и отличал, твою мать, Кравченко. Выходит, когда я порезал ублюдка на кусочки, спас всем задницы. Бац! Добро пожаловать в Хилтон Ханой. Через 6 месяцев меня переправили в Дананг. А по сравнению с ним, даже Хилтон прекрасен. Из моей группы 17 погибло. К 72-му остался только я. Я не собирался подыхать в сраном болоте! Подхожу к конвою! Баржа соответствует описанию Савины. Курс должен быть там. Подлети ближе! Твою ж мать! Мы под сильным огнем! Черт, мы падаем! Прыгай, Мейсон! Прыгай!
Открывай контейнер! Помоги-ка мне, Мейсон. Ну же, давай! Господи! Вот, ты там, брат? Трупы уже начали разлагаться. Они мертвы уже несколько недель. Вот. Фрэнк? Фрэнк, это я, Мейсон. Что они с ним сделали, Хадсон? Наверняка привлекли внимание всех солдат МПЛА в этом районе. Надо уходить. Давай, Вудс, я помогу. Я тебя держу, брат. Впереди деревня. Антенна означает, что у них есть рация. Можно связаться с Авимби и вызвать подмогу. Стоим. Давай за то бревно. Какого черта тут кубинцы забыли? Это же просто дети. Идем. Не высовывай свою башку. Не шевелись. Пусть пройдут. Ладно. По моему сигналу бежим к деревянному дому. Давай. Шевелись. Еще один патруль. Как пройдет, уходим в траву. Если
nuevo. En cuanto los encuentres, avisamos por radio cuál es tu posición. Pon tu nombre, se los pedí de todo para que se cuelen. Хорошо. Не высовывайся из травы. Оставаться на месте, они перед нами. Так, все чисто. Выходи из травы. Ты выживешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Будь осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано. Делай то, что я тебе говорю, и ты труп. Настрой чистоту на... Ты меня убьешь, да? Ни шагу ли ты, мразь, конец! Американо листа де сиена киносом вэван. Заткнись! El pieza que está al control, pero él no es. ¡Запнись, сказал! Опустите оружие! Богом клянусь, я его прикончу! Los americanos no saben nada de la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrar. Подмогу вызвал! Нет, мы сами по себе! Давай к реке! Твою мать, Мейсон! Да нас половина деревни преследует! Что за херню ты там устроил? Заткнись, Хассон! Нас догоняют! Надо выиграть время! Бросай дымовую! Ты пошел!
тебя держу, брат. Не останавливайся! Удали губу до пада! Я с ним разберусь, минимум за укрытие! Мы выберемся отсюда. Долбаные русские. Зараза, выхода нет. Да, что за... Меня хрен убьешь! Меня хрен убьешь! Благодаря твоему отцу, он всем рискнул ради меня. Ради дружбы и чести. Да, совсем как ты, пацан.
мстить. В то время Менендес был широко известен в узких кругах. Он сколотил состояние, управляя наркокартелем в Никарагуа. Он ему по наследству достался. ЦРУ пришило его старика. Старый циклоп жутко зол на Америку. Проблема не только в том, что у него хватает денег отомстить. Пока мы маемся хернёй на Ближнем Востоке, русские с китайцами хорошо устроились. А политики выставляют все так, будто дело в идеологии. Хрень все это собачья. Дай телефон. Батарейки, источники энергии. Весь мир от них зависит. А кто все это контролирует? Китай. И пока корпоративная Америка лежит зад Китаю... Таинственное объединение Корнерди устроило акции протеста одновременно в Иране и Северной Корее. Его никто ни разу не видел. Кто же является истинным лидером Корнерди? Посмотри. Доминендес целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер террорист. Они считают Менендеса мессией. Кордис Ди ждет страшное разочарование. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Харпер, готов? Надо сохранять скорость и размах. Не хочется сорваться. Хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Кросби, выдвигайся.
Это Харган. Бьем. Враг готовится покинуть территорию. Ждем приказов. Нам нужны точные данные об их возможности. Вам разрешено открыть огонь. Сектор, ты это видишь? Да, как его снимут, пошли. Эм, и граната уничтожит их маскировку. Дополнительных структур. Осторожно, половодье могло ослабить конструкцию. Вот срань! Ты смотри, блин!
Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Сообщи Бриксу. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу. Лазар, открывай. Оптические системы противника. Надо передать техникам на анализ. Тебе бы переодеться. Они тебя не заметят. Рассредоточиться. Зачисти территорию. Продолжать натиск! Не ослепеет! Вас они туда пускать не хотели! Впереди меня! Все чисто. Это технология 3D-производства. Компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Вудс рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть! Прошу, не убивайте меня! Ладно, выходи! Это лаборатория, связана с известным террористом. Начинай говорить, или хуже будет. Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись! Эти щиты!
открыть замок могут только два человека. За мной! Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целлерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее. Но он ничто, лишь жалкое подобие человека. Не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера гера фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Представление начинается, Мейсон! Что ты видел, Вудс? Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы.
Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао! Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса. У нас свежие лошади. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Джао. Как раз направляемся в лагерь маджахедов. На кой черт эти две надо? Мало ли что. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. А этому точно не бывает. Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Я-да! Бурберу! Ты веришь в свой план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Надо спешить. Мы должны помешать им войти в долину. А это сложнее, чем мы думали. Вернувшись в красную секунду прямо в лагере. Мы заставлены с маджахедом. Нам надо сосредоточиться на технике.
Стой! Мы должны не пустить их в долину! Сюда едет еще один ПТ! Постарайся установить их на пути техники! ЭТРу крышка! Охрененно! Молодец, Мейсон! С пехотой мазохеды разберутся! Мейсон, установи подрывной заряд в проходе! Нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла!
уничтожены. Русские захватили склад боеприпасов под Джахедов на востоке. Вы должны любой ценой его отбить. Мула Рахман озабочен. Он думает, что мы проигрываем. Передай Рахману, что мне насрать на его озабоченность. Мы всем жопы надерем, как всегда. Скажи ему, пусть лучше готовит нам информацию о Менендесе. Склад боеприпасов по левой стороне. Здесь вверху невозможно проехать. Вмешиваемся! Пойдем пешком! Пехота десантируется! Был крутым сукиным сыном. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал ее этими долбанными цифрами, но он выжил. Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт! Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Это еще не конец. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу! Вы со мной? Кусок говна.
Конечно, он замешан. Кравченко должен умереть. Раз. Я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь Резнов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Иди в жопу! Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай о Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Ну, этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Херня! Он на мозги тракает! Достойте молоко! Чурнахов! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет! Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет! Заживо похороненный. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится.